Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я расскажу, как можно сделать достаточно красивую презентацию в условно-бесплатном приложении Powtoon.com. Причем слово «презентация» здесь тоже условно, поскольку приложение заточено вообще на работу с анимацией. И сделать в нем можно многое, вплоть до примитивного, в хорошем смысле слова, мультфильма. Заходим на сайт powtoon.com и нажимаем «Start now». Можно зарегистрироваться или войти через сервисы. Войдем через Google. Все отлично, но он обнаруживает, что у нас отключен флеш. Нажимаем Enable и разрешить. Все. Для чего он нам нужен? Работа, образование, личные цели. Выбираем личные. Давайте, говорит он нам, Владимир, сделаем какой-нибудь новый Powtoon. А давайте, говорим мы. Можно воспользоваться популярными темплейтами, то есть не делать почти ничего. Можно сделать почти все самому, мы выбираем среднее. Тут предлагают выбрать стилистику. Каждая категория здесь содержит свои слайды, стилистически различающиеся. Давайте возьмем сразу самое сложное – анимацию. И тут опять предлагают выбрать, теперь структуру. На самом деле это все не суть важно, структура различается незначительно количеством слайдов, и этот шаг, как и все предыдущие, служит для того, чтобы нам помочь, а не запутать. Оставим Basic и начинаем добавлять слайды. Сейчас у нас презентация состоит из 4 слайдов. Начинаем с интро, вступление. Тут варианты вступлений. Давайте начнем вот с этого. Люди встретились. Описание проблемы. Они хотят подписать контракт. Или чего-нибудь другое. Да ладно, подписать контракт. Представляем выгоды. Тоже вставляем какой-то слайд и призыв к действию. Ну вот. Нажимаем Continue, и он генерирует нашу обалденную презентацию. Вот она. Что у нас тут есть? Основное меню, меню проектов. Далее название. Давайте сразу переназовем все и сохраним. Отменить действие, вернуть отмененное. Здесь наши слайды, то, что мы выбрали. К редактированию каждого можно перейти. Здесь шкала времени и кнопка запуска презентации. Вот тут показывается время до конца текущего слайда и общее время презентации. Можно запустить ролик с любого слайда. Давайте вернемся к первому. Здесь все объекты, которые есть на слайде. Можно выделять их внизу или непосредственно в самом слайде. По каждому из объектов есть дополнительные настройки. Вот эти слева, но об этом позже. Объекты можно увеличивать, уменьшать, двигать куда и как захотите. Можно удалять просто нажатием кнопки Delete. Это таймлайн, временная шкала, ее нужно включить. Подробнее о шкале тоже чуть позже. И здесь справа находится галерея объектов, в которую вы можете вставить свои слайды. Все. Для тех, кому показалось, что все очень сложно, не волнуйтесь, все просто. Для тех, кто думает, что все просто, не надейтесь, все очень сложно. Сделать подробный обзор с описанием каких-то законченных действий я не смогу, тут действительно много всего, но поверьте, все заточено под среднего пользователя, это раз, и в YouTube есть подробные скринкасты, это два. Очень поверхностно, чтобы вы поняли, на что способна программа, давайте заведем чистый слайд и вставим сюда... Нет, давайте сначала поменяем бэкграунд. Вот, комната. Что-то подвисло, не меняет. Ага, поменяла. Итак, комната, а в комнате у нас... Человек у нас в комнате. Вот такой в галстуке. Давайте сделаем его поменьше. Итак, человек. У человека, как и у любого другого объекта, есть настройки. Тут можно сделать его веселым, осененным идеей. Давайте сделаем его злобным. Дальше можно его переместить, ну то есть сделать анимацию движения. Можно настроить анимацию. Например, зациклить или отключить, можно выставить количество повторений. И зеркально отобразить. Поведением объекта во времени заведует таймлайн. Синим здесь выделен объект, с которым вы работаете, в нашем случае человек. Вот точка, в которой он появляется. Ее можно анимировать в соответствии с предустановленными шаблонами. Сейчас он выезжает, сделаем его проявляющимся из фейда. Вот так примерно это теперь выглядит. Ну и как вы уже, надеюсь, поняли, предметов здесь может быть много. Все они также анимируются, и момент их появления и исчезновения также регулируется на таймлайне. По каждому объекту есть своя шкала, шкалу можно увеличивать и уменьшать, уменьшая и увеличивая время появления. А также можно увеличить длину всего слайда. Объектов тут много, есть текстовые блоки, графики, можно менять музыкальную тему и добавлять свои аудиозаписи. Или загружать собственные фото. Ну то есть простор для творчества открыт. Вот так это примерно должно выглядеть. После того, как вы все сделаете, просто нажимаете «Экспорт» и можно сразу опубликовать готовую презентацию, например, в YouTube. К сожалению, в бесплатном тарифе доступно только SD, то есть 480p. За HD качество придется платить от $19 в месяц.
Все, любите друг друга, раскрашивайте ваши скучные совещания радостными картинками, подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.